Что же так кричите, солнышки мои? Ой, кстати. Тут очень близко излучатель. А. Что ты мне предложишь, мой друг? С тобой приятно иметь дело. А еще тебя можно обчистить. Нельзя. Ну ладно. Так вот, здесь у нас есть высокое здание. Вот это вот. На которое нам как-то хочется забраться. Так, начнем мы с малого. С аэроплана. Что я делаю? Зачем я это делаю? Спасибо. Это все, чего я хотел. Так. Угу. Ну погнали. И все? Вам надо кончить. Ну давай, забирайся наверх. Мне кажется, ты немножко сыплевый. Ты гопник на улице, который на тебя выезживается, но подойти боится. Так, ладно. Ну хорошо. Давайте тут смотреть. А, ну в целом, да. В целом, да, могу согласиться, что надо именно так. Угу. Так, я снова в ступоре. Тихо. Не падай. Куда дальше? А, да, можно так было сделать. А я могу просто вот здесь вот так вот. Нет, не могу. Ну да, получается, надо еще разочек так пробежаться. Подожди. Так, значит, видимо, какую-то механику я не особо понимаю. Как она работает? Ты же серьезно? Зачем ты упал? Ты дурак, что ли? Нахера ты упал? Глупец. Вот так ты должен был сделать. Почему так не сделал? Этим, братишка, расстраиваешь. Так.
Значит, надо, видимо... Умирай, мудак. Что я не так сделал-то? В прошлый раз у него получилось. Почему в этот раз не получилось? Не понимаю я. Совершенно не понимаю. Так, ладно. Таким способом я, видимо, не хочу забираться на эту башню. Надо забраться с какого-нибудь высокого места. Вот с этого, например. Пойдем туда. А, я на это здание хочу добраться или нет? Вполне возможно. А, я понял, где я. Так, хорошо, да, я хочу здесь забраться. Но я, если честно, подзабыл как. Как-то здесь можно было забраться наверх. Как-то там через что-то. Через куда-то. Явно не здесь. Сейчас будем искать. Вполне возможно, что тут. Так. Что это было? Да что-то, что с тобой не так? Эй, давай. Во. Допустим. Дальше идет мой любимый геймплей. А, подожди. Это и есть этот дом. И на нем, получается, тоже есть армейский дроп. Хорошо, я услышал тебя, игра. Так. Допустим. Вот как тут можно было пробраться, оказывается. Я почему-то эти штучки вообще не замечал. Давай, забирайся наверх, Эйден. Ты идиот? И не просил тебя сразу перепрыгивать, я просил тебя просто зацепиться за нее. Вот так. Можешь еще раз так же сделать, друг мой? Спасибо тебе большое. Так.
Ну давай, 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 давай. Надо желательно успеть до того, как у тебя закончится стамина. Хорошо. Так, ну это самая верхушечка, да? Нам нужно как-то пробраться на самый верх. Ну, в целом у нас это может получиться. О, хорошо, ты не умер. Это уже неплохо. Но я ниже при этом. Это плохо. Еще ниже, потрясающе. Как же хорошо у меня получается. Не, я что-то вообще не то делаю. Тут-то я уже 100 раз был, а вот как наверх подняться? Это мне очень интересно. Ты, блядь, издеваешься? Спасибо. Давай лучше так. Каким-то образом надо подняться туда на крышу. Через эту крышу. И было бы неплохо цепляться за железяки. А не херней страдать. Ты идиот, блядь! В чем проблема? Почему раньше ты цеплялся, а теперь не хочешь? Ладно, окей. Получается, я слишком близко направляю камеру к стене. Вот как сейчас. Как сейчас. Как хорошо, что ты получил урон. За то, что ты такой тупой. Нормально. Сработались. Так. Ну, погнали еще. Допустим. Я не знаю, был ли я здесь, но допустим. А, по-моему, был. Или не был. Непонятно, пока был или не был.
Так. Так. Ну, судя по тому, что надо взламывать, не был. Так. И что нам делать дальше? Как нам туда попасть? А? 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 Может быть... Та самая мифическая крюк кошка могла бы пода. Тот самый мифический крюк кошка мог бы нам помочь. Хотя. Я, по-моему, вернулся туда же, да? Потрясающе. Блин. Кстати, а если я попробую вот так вот запрыгнуть, так вот прыгнуть и... Минуточку. Почти. Почти, почти. Так, ну хорошо. Я буду пробовать. Это может получиться. Хватайся, хватайся. Ай, хорошо. Так, ну, во-первых, у нас тут что? Убежище ночного бегуна? Серьезно? Ну, ладно. Не, погоди, это все? Как же... А, радиовышка. Блин, а я думал, тут этот армейский рюкзачок есть. Ну окей, с радиовышкой я понял. Так, здесь есть где-нибудь этот шуткат, лестница какая-нибудь, пожалуйста. Не может быть, чтобы не было. Блин. Отстой. Ладно, давайте на вышечку заберемся, на самую высокую тогда. Тут уже будем выпрыгивать дальше. Глупая муха померла. Нечего летать надо мной, потому что... Я понимаю, что недоступно. Вы мне дайте просто... Просто дайте. Упс.
Просто залезь мне наверх, дайте, и все. Я что, многого прошу? Просто залезь наверх. Не дают залезть. Что? Карту мне откроем, мудила. Так. Ладно. Это мы помним. Этот вопрос мы на самом деле закрыли. И что ж у нас тогда остается? У нас остается вот эта огромная локация. Да. Что по заданиям? Это не надо. Это еще рано. Это я не хочу делать. Это тоже не хочу. Это все в старом Веридоре. Погоди, а где следующий? А где следующий находится? А покажи мне его. Убейте оставшийся громил. Один из десяти. А это я что, просто должен по городу их искать или что? Я не понимаю. Ну, учитывая, что никаких маркеров я не вижу, да, походу я должен просто по городу носиться. Как угорелый. Угу. Окей, ладно. Давайте потихонечку зачищать вопросики на большой локации. Благо на 3-4 уровень. Потом мы... это... запитаем электростанцию, отдадим ее выжившим. Ну, а там уже будем смотреть, что да как. Хорошо, летим. Так, это что такое появилось? Это что за восклицательный знак? Это который был на карте или это какой-то новый? Это важный момент. Так, вот в ту сторону я смотрю на этот знак, правильно? Вот, он у меня в центре. Что? Не вижу. Значит, надо к этому восклицательному знаку идти. А, нам надо наверх, окей. Так, у кого-то внезапно есть для нас задание. Что ж. Я думаю, мы могли бы с удовольствием это задание принять. Так, сейчас тут поторгуем немножечко. Ух, 246. 275. 200 уже никого не удивишь. Вот это хорошая штучка. Я бы ее прикупил на будущее. Хотя ладно. Love to see a happy customer. Ты пока поди... претендент на самого веселого продавца. А что там у нее стоило 16 тысяч? Мне, наверное, показалось. А, не, вот, не показалось.
Ни хрена себе ботиночки за 16к. Кроксы. That's some good shit right there. Old Faithful, I call that. Так, ну погнали. А, вниз теперь. Еще ниже. И еще ниже. Ну блин, пишет, что ниже. Окей. Еще ниже. А, о. Пять метров ниже. Все, я понял, бармен. Is my guardian angel. Guardian angel. If you hadn't helped with the renegades, I'd be out of work right now, or worse. That's more Matt's doing. Hey, don't be modest. I'm the house. I'm Nicholas. So, how do things work in this place? The fisheye? They work better than anyone predicted when Frank set up shop. 2 days and the peacekeepers will take it over, or the renegades will blow it up. And nobody blew anything up. It's the safest place around by far. Neutral turf. Even bandits come here just to hash out deals over booze. Anyone can relax without the threat of violence. Rivalries are checked at the door. That's a good place to have. Mm-hmm. So you know Frank well? Not old military buds well, but well enough to know back then he was a big shot. A special forces commando, a night runner, quite the high-ranking mucky muck. Until one mission, he led people into the television tower. Ended in a massacre. After that, he ditched the uniform and started the fisheye. Took out a new lease on life. But he became a haunted man. Frank relives that tower mission, start to bloody finish every day. The booze helps him get through it all. I've seen him on a bender. Drinking like that isn't helping him get through anything. Then imagine what he's like when he's not drinking. Tell me about Luan. Frank says women like her were given call signs based on cocktails. Bloody Mary, Margarita Rocks. Luan is hot shit with a hot temper. You do not want to get on her bad side. Cross her once and that's it. Game over. Mm-hmm. I gotta go. Wait. You interested in making a bit of money? And how would I do that? It's a simple job. There's a metro station under the fisheye. Used to be UV lamps in the metro that kept the infected at bay. But they stopped working because every tunnel and station is infested. What happened? Might be the lamps, but I doubt it. We've replaced them recently. Maybe something cut the cables. But what? It's not like the infected bit through them. It'd take a lot of biters to accomplish that. On the other hand, heard a couple stories like that. About infected who work together. Somehow coordinated. As if they're smarter than we think. Once, this guy at the bar told me he fell into a trap. He claimed a group of biters herded him into a dead end in a dark zone, intentionally. They didn't act like a typical mindless swarm. Said he only managed to survive by climbing onto a trash bin to reach a fire escape above the pack. But no, I wouldn't put much faith in that. If that were possible, I think we'd see it more often. Could be a blown fuse. Best bet would be to start at the electrical room. So, you want me to turn on the lamps? Yeah, get to the electrical room.
for all we know, could just be a blown fuse. If so, you could just reset the main power supply from there. Before you go, got a little something that'll help you out. A house specialty. Guaranteed to warm those biters' bellies. Just a bit of house hooch, a bottle and an old rag. But powerful stuff. Or you can always just sneak in past the biters if you don't want to make a ruckus. Once you turn on the UVs, they'll fry anyway. And you won't end up wasting good hooch. All right, I'll take care of it. Mm-hmm. Так, ну погнали. Я уже думал, это один из тот... Одно из тех заданий, где ты просто весело ботаешь человечком. И на этом задание заканчивается. И ты такой... Очень интересно. Так. Прости, пожалуйста, Эйден. Прости меня, пожалуйста, дружище. Так. А я в другое метро также мог легко проникнуть? Просто не обращал внимания на дырку, что ли? Ну ладно. Как так? Какого-то уровня? Не знаю. Давайте сделаем, наделаем стрелочек. Желтеньких, наверное, да? А, нет, нафига мне желтые? Да, давай огненные. Ой, у меня тут смолы. Смолы тонны. Так, что тут у нас еще интересное? Ну-ка. А, это я сейчас ко входу, да, попаду? Ну ладно, допустим. Что это за место? Вот как туда попасть? А, вот так. Ну да. Открывай. Хорошо.
Да уж. Грязник у вас от метро. Явно надо прибраться. Собрать ненужные вещи. Вот тут какие-то. Драгоценности, украшения. Все это здесь не нужно, я считаю. Мы все это конфискуем. Так, заперто изнутри. Угу. Вижу, что как-то можно здесь пробраться, да? А вот так можно пробраться. Так, оружие у нас какое-то интересное. Угу. Так, ну пойдемте вниз. О, ну хотя бы здесь можно денежку собрать. Или что там, монетка собирается. Фига, я сразу обоих вольнул. Опять обоих вольнул. Это хорошо. Это я красиво сделал. Получается на вылет. Ну-ка, смогу сразу нескольких. Смог. Так, встаньте-ка в ряд. Не хотят, ну ладно. Что поделать, придется потратить на каждого по одной стреле. Опа, здравствуй, мудила. А, все, кончился. Это хорошо, что ты кончился. Да, к второуровневым этим товарищам претензий вообще никаких. Вот начиная с третьего уровня, они, конечно, создают неудобства. Хотя сейчас, может быть, я уже вкачался настолько хорошо, что они мне не создадут никакого неудобства. Как-никак, я уже какой там, седьмой? Седьмой. Скоро уже легенду откроем. Надеюсь. Уникальный трофей с него выпал. Уникальный трофей, это мы любим, это мы берем. Так. Ну, если что-то и забыл, ничего страшного. В целом пылесосим мы все как раньше. Чистенько, чистенько работаем. А, так это все? Это конец? Похоже на то, что это конец. Николас, I'm in the control room. Nice. I've just found the switch. Сейчас, подожди, Николас, я сначала заберу все вещи необходимые. Nicholas, the switch didn't work. Ooh. Damn it. There's another way. Up for giving it a try? Let's finish this. There should be an electrical room with military generators further below. Look for an elevator. Maybe you can go down the shaft. Mm-hmm.
Ну, погнали. В целом, можно было догадаться, что это так просто не закончится. Всего-то пройти парочку мест. Так, ладно. Давай тогда. Закинься вкусняшкой и вперед. Military generators doing in the metro. Seems the tunnels work great for moving troops around the city. Only first they had to clean the infected out. And to do that, they needed a lot of light. That called for a lot of power. В итоге только зря воспользовался этой хренью. Ну ладно. Окей, это был первый генератор. Дальше. Это прям как этот. Dead by Daylight. Уже. А, тут нормально все было. Фу, какая мерзость. Нет, нет, не то. Мне говорят, что что-то не то. А, вот оно в чем дело. Да ладно, эта штука в контейнере. А вот все вижу. Спускайся. Здесь какая-то очень нездоровая атмосфера, скажу я вам. Ну, в целом, я могу попробовать допрыгнуть же, да? Нет, не могу. Ты идиот? Эйден, господи, какой же ты тупой иногда. Ладно, давай-ка вот здесь сделаем. По идее, вот так это должно выглядеть, да? Так. Ох, а теперь получилось. Игра такая, игра иногда. Так. Ну, пойдем-ка сюда сначала. Мне интересно, что здесь нас ждет. Музыка прикольная. Очень подходящая к этому месту. А, о, нашел. Что я тут делаю? Мне кажется, я вообще не туда иду. Давай назад я иду. Давай назад, дружище. Так, а. А как дальше? А вот. Так, ну хорошо, вот туда, говорят, надо. Ну, пойдем туда. Все, нашел. А, я так понял, просто на других станциях, вот там тоже есть какие-то генераторы неработающие. В других станциях будут генераторы в другом месте. Так, первый готов, хорошо. Второй был, собственно, даже ближе. Так, ну и последний.
гаражи. А, не все правильно. Ой, что это такое? Грузики, сусики. Тихо. Не падаем. Не падаем, не заражаемся. Ну ладно, чуть-чуть можно. Готовенько. Зачистите станцию метро. О. Ну и что? Хорош. Блин, неужто я и там мог тоже эту станцию зачистить, просто не додумался прыгнуть в окошко. Generators are up and running. So the intel wasn't some booze-induced fantasy. Now get back up here. I got some beers on ice with your name on them. Неплохо. Ингибитор за это дело весьма неплохо. Так. Ну вот я предпочту выносливость теперь. Чем больше выносливости, тем лучше. Да что ж тебя так колбасит-то? То тебя колбасит, то не колбасит. Странный ты какой-то, Эйден. Раз уж я до этого дошел, хотелось бы. А, ну вот, кстати, да, вот. Подожди. А, ну да, логично. Мне хотелось бы вернуться посмотреть, я туда вообще могу зайти или это невозможно для меня. Так. Так, окей. Может, успеешь? Кстати, да, у нас еще там поликлиника не зачищена. Надо зачистить. Так, нет, до метро еще катить и катить.
попал. Так, окей, прикатили. Так, давайте разбираться, но простыми стрелами я бы хотел разобраться. Хорошо. Прикольно. Блин, серьезно, я мог просто вот так вот залезть и все. Какой же я невнимательный. Ну ладно, давайте тогда мы сейчас поспим. Где у нас тут? А хрен я туда попаду. Надо сюда идти. Да, давайте поспим. А после сна пойду зачищать метро. Я все метрошки зачищу, это полезная вещь. В любом случае. Здесь есть квест. Мы пойдем на квест. Вон он, квест. Давай квест. What's the matter? I'm Hugh, and you're the pilgrim who turned on the electricity, right? Word travels fast. And word is you help people. Sometimes. Is that why you called me? I need help. My kid went off the water tower earlier and hasn't come back. I'm worried. How long has he been gone? About 6 hours now. That's a long time. Wouldn't normally worry. Oh, he's such a strong kid. Built like an ox. But it's been such a long time. How old's your son? Doesn't matter. I just want my kid back. I would take care of it myself, but... But there are 3 young children waiting for me at home. I can't leave them unattended. Okay, I'll take a look for you. It's not safe here. Let's meet in my place after you found him. It's down on Lower Dam Promenade. Очень странный дядька. Мне кажется, тут какая-то... И называется приемная семья квест. Ага. То есть вы мне хотите, чтобы я в однопорную башенку отдал кому-то, да? А если я не хочу? Если я еще не разобрался, кому ее отдать? Да. Прикольная штука, она мне нравится, как звучит. Она как бы показывает, ну, еще лучше дает понять, что ренегаты клоуны. А в целом, почему бы и нет? Соскучился я что-то по старой доброй массакре.
Так, есть ли что у нас собрать? Немножечко есть. А, я понял. Ну, мы под стол соваться не будем. Не наш уровень. Так, идем дальше. Где же наш пропавший мальчик? Пока что я вижу только пропавшие ресурсы. Я с радостью забираю их под свое крылышко. Но пропавшего мальчика пока не видать. Не видать. Не понимаю вообще где. А. Окей. Так. А. Погоди-ка. Раз говорят наверх, значит наверх. А, не, подожди. Что это? Погоди. Я что, зря сюда пошел? Нет, говорят сюда. Ну там же явно было сказано, что вниз, правильно? Нормальный рабочий вариант. Открываться не хочет, очень жаль. Ну, тут явно... Нет, тут явно делать нечего. Да, тут делать нечего. Вода хорошая. Да. А, все, вижу, вот они, желтые штуки. Желтые трубки. От них, значит, я отскакиваю. Так, значит, игра меня обманула. Пока. А вот, смотри. А, ло. Что? Как я тебя не заметил. Чел. Hey, I'm Aiden. What's your name? Match. I was asked to bring you home. What about the infected up there? There aren't any. It's safe. Then, I'll just hang here. Tell Hugh I'll... be back later. Look, your father wants you home. He's worried. Hugh ain't my father. I just work for him. Like a slave. Don't want to do that anymore. I don't want to go back. You can't make me. What's Hugh's real story? Never mind.
I don't want to get other boys into trouble. No, it's okay. You can tell me. Stay out of it, okay? It's none of your business. Fine. I'll talk to him myself. You really want to stay here? Sure. Not my first time alone in the city. I can take care of myself. I bet. Hey, Aiden. Thanks for clearing out the infected. No problem, kid. Так, ладно. Сейчас будем разбираться с горе папочкой. Так. Да теперь. А вон куда ж? Вряд ли водонапорка позволит мне на себя забраться, так что прыгать будем. Серьезно, залезть не можешь? А, вот здесь можно. Эх, жалко, не получилось. Да забейте, парни, не обращайте на меня внимания. Пацаны развлекаются. Пятняги миротворцы. Так, подожди. Я не туда прибежал, что ли? Блять, я вообще не в ту сторону пошел. Вот дурачок. Ну ладно. Перепутал ЗС. А, бывает. Ну давай так, давай так, хорошо, давай так. А, в смысле, еще один, я еще один ветряк нашел? Прикольно. Я понял тебя. Так, далеко, недалеко. Да вроде недалеко. Давай-ка попробуем посмотреть. Вон он, наверное, да?
Ну, добренько. Ладно, с него там не особо ничего интересного не выпадает. Что это такое было? И что, ты дальше пойдешь, да? Наказан. Нет! А, о, я успел ее за это зафармить. Хорош. Блин. Самое интересное пропустил. You made it my business when you sent me after Match. Got me there. So what exactly are you doing with these kids, Hugh? Match seemed desperate not to come back. Fine, I'll tell you. I'm training them to survive. Come again? I've taught him to steal and spy. For you? For anyone who pays. Are you crazy, Hugh? If the peacekeepers catch them, they'll have no mercy. That's the first thing I teach them. How not to get caught. It's a fucked up world, Pilgrim. No one's gonna go easy on these orphans. I'm living proof of that. I teach them how to survive. Isn't that what fathers do for their children? Match doesn't understand that. Not now. He's at that rebellious age. When he makes it in the city, he'll realize it's because I prepared him. You're not gonna go after him? Not holding anyone here. We're family. Как-то противоречиво. Я за еще думать по этому поводу. Так, ладненько. Метро. Метро. Так, у нас есть как минимум здесь один метро. А вот есть еще метро. Успею я, интересно? Надеюсь, что успею. Ну, в смысле, да. Можно мне fast travel, пожалуйста? Пожалуйста. Чё я так затупил? Я что, метро не освободил? Так, вернись назад. Где оно? Ну, теперь уже нет смысла. Теперь уже ближе это будет вернуть. Ладно. Так, что там у нас по времени? На самом деле было бы неплохо перерывчик сделать небольшой. Или достаточно сделать... Стоп, стоп. Ты охуела, чмо? Ты не видишь здесь лампы? Какого черта? Дрянь такая.